Всем привет, дорогие друзья! Наверняка многие из вас знают мое маниакальное отношение к лакокрасочному покрытию кузова автомобиля. Я люблю приводить в порядок, чтобы было все идеально. Недавно зашел в один из магазинов и случайно увидел интересную полироль. Она идет по цветам. К моему автомобилю черный цвет, конечно же, нужен. И вот это вот, кстати, вот она, бутылочки. Значит, что интересно, что с полифлоном. Мало того, что в ней содержится воск, но еще и содержится полифлон. Друзья мои, кто еще не знает, это новая такая композиция интересная, воду, грязь отталкивающая, создает пленочку на лакокрасочном покрытии автомобиля, скрывает мелкие царапины и как бы защитный слой от атмосферного воздействия. Друзья мои, даже, ну по крайней мере пишут так, что кратко помогают избежать повреждению, если даже открытое пламя будет на лакокрасочное покрытие. Это, конечно, мы проверять не будем. Мне главное глубокий цвет. Друзья мои, интересный глубокий цвет создает действительно. И вот, друзья, я вчера помыл автомобиль. Сегодня я натер вот этим вот интересным средством. Тут уже немного у меня осталось. Что самое интересное, друзья мои? Конечно же, лучше всего помыть кузов автомобиля, а потом его еще и голубой глиной протереть, чтобы не было вкраплений. Друзья мои, я, конечно, взял голубую глину, протер, но уже лакокрасочное покрытие оставляло желать лучшего. Конечно, думал еще полирануть, но полировальной машинки у меня, к сожалению, нету. Не стал я заморачиваться, просто взял и нанес вот эту интересную штуку. Ну, результат, как видите, смотрите сами. Кузов просто сияет. Керамики у меня нету. Кстати, вот интересная штука. Видите, я здесь еще чуть-чуть добавил. До этого плохо нанес. Что, как она наносится? Она вот так наносится слегка. Просто на ветошь ее взяли, налили. Желательно, конечно, в перчатках работать, потому что иначе руки будут все черные. Наносите и даете подсохнуть. А после того, как подсохнет, просто растираете. Сейчас покажу. Вот, друзья, взял специально ветошь. Такая вот старый халат был когда-то. Ну и делаем вот так вот движение. И смотрите, что происходит. Сразу, мгновенно, идеальный глянец. То есть наносить ее одно удовольствие. Никакой физической нагрузки не требуется дополнительно. Все очень легко, все просто. Но цвет, и я вам скажу так, она, машина вся скользкая стала, такая. Вот я наносил как-то керамику раньше, но это было давно, уже года 3-4 назад. Здесь результат даже интереснее. Однозначно интереснее. Царапинки, конечно, она не скроет, но если мелочь, очень мелкие, конечно, тогда скрывает. А так, ну смотрите, как идеально. Просто шикарный вид.